Звук «х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Букве «а» свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква «а» в этом имени несет символ первооткрывателя. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния. Готовы идти к поставленным целям любыми путями. От душевного мятежа многие приходят к религии. Людям с этим именем необходим порядок во всем. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Звук «ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Звук «к» в имени твердый и колкий, при звучании настораживает, вызывает напряжение. Не терпит владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Если владелец этого имени будет энергичным, то его планы и реализации идей проектов достигнут желаемого результата. Если эта личность будет проявлять пассивный характер, его жизнь станет обреченной. Таким людям просто необходима постоянная подпитка энергией от окружающих людей. Первые признаки его утухания – вялость и утомленное лицо. В этот момент этого человека просто необходимо взбодрить, иначе он так может остаться самим собой на долгое время. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Рядом с владельцем этого имени проявляется много факторов, которые несут денежную энергию и финансовое благополучие. Также эта личность символизирует удачу в сделках. Достаточно просто пригласить его на беседу с партнерами, и можете быть уверены, что сделка состоится с максимальной выгодой. Энергетика владельца этого имени даст вам спокойствие и трезвость соглашений. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Буква «ы» в этом имени дает человеку чувство сопричастности, при этом владельцы имени всегда стремятся к справедливости. Ради справедливости они способны на любые действия. Буква «н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Люди с буквы «х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Буква «б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. В тех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Люди, чье имя имеет букву «х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Звук «н» в имени этого человека считается знаком протеста. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.